Всем привет, друзья! Иногда под Linux происходит такая ситуация, когда диск, который мы подключаем к компьютеру, или флешка, защищены от записи. Выглядит это следующим образом. В данном случае у меня флешка на 15 гигов, и я ее подключил, я пытаюсь скинуть на нее какую-нибудь там картинку или что-то типа того, и возникает ошибка «Доступ запрещен». То же самое происходит, если я попытаюсь сюда перенести папку и другой какой-нибудь файл. В общем, флешка капитально защищена от записи. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации нам нужно обратиться к терминалу. Открываем терминал и вводим там одну простую команду. Эту команду я оставлю в прикрепленном комментарии, а также ссылочку на статью, где я взял всю эту информацию. Итак, вводим данную команду, sudo, chmod и вот эту всю билиберду. И еще нам нужен путь к этому диску, который мы можем посмотреть либо в файловом менеджере, либо другими удобными способами. Значит, копируем полный путь до этого диска, нажимаем Enter, вводим пароль. И после этого, вуаля, у нас появляется возможность создавать папки на диске, переносить сюда файлы, вот копировать, переместить, и все прекрасно работает. Смотрите мой канал, а вам успешного Linux Experience.